элементарные движения, вот, что касается чечетки ритмов. И потом мы с вами попробуем сделать очень интересную штуку, общие ритмы. Вот, поэтому давайте, смотрите, сейчас я вам продемонстрирую, пока один попробуем, потом вместе сделать кое-что. Немножечко не так получилось, как хотел. Хотел бы с вами вот такую штуку попробовать. Смотрите, давайте сейчас разделимся, вот раз половинка, два половинка, три половинки. Попробуем сделать какие-нибудь с вами интересные ритмы, чтобы у нас потом получился общая такая картиночка получилась. Ребят, давайте попробуем, смотрите, с вами. Попробуем сделать очень простой ритм. Помните, наверное, вы помните, где начинали? Держите. Ребята, давайте смотрим. Такой ритм делаем. Спасибо большое.